Всем привет, с вами StevPro, и сегодня будем проходить карту под названием Room для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, мы появляемся в такой комнате, где у нас есть стены, потолок и другие вещи. Здесь нам пишут, что это первое испытание. Ну что ж, давайте проверим, что у нас здесь. Здесь у нас костер. Наверное, многие поняли, что нам нужно делать с этим костром. Так как я больше не вижу никакого выхода на потолку, у нас тоже нет никаких дыр. Поэтому, скорее всего, здесь нужно либо умереть, либо искать потайной ход. Ну вот, мы умерли. И да, мы прошли. Теперь у нас идет комната номер 2. Но это самое простое. Да, я говорю, это самое простое. Ну, теперь у нас идет комната номер 3. Здесь у нас есть какие-то двери. Ну, скорее всего, что-нибудь скрывается на потолку. Так как в стенах у нас вроде ничего нет, да? Ничего нет. Давайте смотреть на потолку. Вот там есть какая-то дырка. Смотрите. Так. Да, у нас там потайный вход. Ну, мы с помощью бага в двери залазим туда аккуратно. Так. Приседаем и пробуем туда залезть. Все, отлично. Мы залезаем и идем дальше. Так, здесь у нас кнопка. Так, давайте зайдем. Так, не получилось. Так, пытаюсь нажать боком. Получилось. Но зайти не получилось. Так, опять не получилось. Так, опять не получилось уже четвертый раз. Так, опять не получилось уже пятый раз. Ну, так, давайте попробуем еще раз. Ну, я уж сейчас точно не успел бы. Так, ну ладно, давайте попробуем боком. Все, отлично, мы идем дальше. И это у нас уже... четвертая комната. Здесь нам тоже придется что-то искать. Либо будет сундук, либо что-то я не знаю. Ну, скорее всего, будет сундук. Так, прыгаем. Так, ой, я перепрыгнул. Давайте, точнее, спустился по низу. Так, давайте прыгаем. Не допрыгнул, к сожалению. Теперь я залез. И теперь мы аккуратно по лесенке вот так пройдем. И пройдем мы до конца. Наверное, это все скрывается здесь, да? Ну, я не угадал. Здесь у нас рычаг. Здесь у нас кнопочка. И это уже пятая комната. Так. Меня маленько стормозило. Так, здесь у нас вагонетка. Залезаем в вагонетку, вылезаем. И идем уже в шестую комнату. Так, здесь нам, походу, предстоит в этих сундуках найти рычаг или кнопку. А может быть и нажимную плиту. Ну, скорее всего, это все запрятано наверху, так как по бокам это не будет найдено. Ну, вот я и нашел нашу кнопку, вставляем в нужный блок и отправляемся в седьмую комнату. Точнее, да, в седьмую комнату уже паркур. Прыгаем. Так, походу, этот блок поставили не туда. Да? Наверное, многие со мной согласились, что, возможно, разработчик чего-то напутал. Может быть, нет, но мы идем дальше. Так, вот я как всегда свалился. Многие знают, что я не люблю паркур. Да, для меня это больная тема. Я просто не люблю говорить о паркуре и не люблю проходить так называемый паркур. Для меня это как бы, ну, не сложно, но я не люблю. Я не понимаю, как бы, как можно такое управление допрыгнуть до такого блока. На ПК я запросто пройду паркур, но никак не на нашем Майнкрафте. Управление неудобное. Конечно, я могу подключить клавиатуру, но мышку одновременно с клавиатурой подключить планшету нереально. Или я могу подключить только мышку. Но это вообще уже неудобно. Так, ну что ж, допрыгиваем. И, наверное, многие со мной согласятся, что я в конце кое-что сделаю. А точнее, нашалю. Ну, я сломаю нижний блок. Все. Прыгаем свободно, так, все отлично, и идем в восьмую комнату. Здесь нам, походу, тоже предстоит что-то найти, да? Так, здесь не открывается, сверху. Так, ничего. О, смотрите, там внизу рычаг. Прикольно придумал разработчик этой карты. Ну, разработчик этой карты англичан. Так, у меня ограничение во времени, так что на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.